Всех приветствую на своем канале. И у нас сегодня на обзоре монетка такого государства, как Монголия, которая находится в Азии, имеет площадь 1 566 000 квадратных километров, населением всего около 3 миллионов 200 тысяч человек. Столица Улан-Батор, население столицы около 1,5 миллиона человек. Денежная единица монгольский тугрик, который был введен с декабря 1925 года. До этого в ходу был монгольский доллар. Состоит тугрик из 100 мунгу. С 1925 года до наших дней чеканился ни один период, ни одна разновидность монет. Монета, которая перед нами, 5 мунгу 1981 года, периода с 1970 по 81 год. Чеканилась в 1970, 77, 80 и 81 году. Давайте рассмотрим монету. Перед нами аверс монеты, на котором изображен герб Монголии периода 1960-1992 год. Он представлен в виде венка из колосьев пшеницы, который внизу обвязан двумя витками лент красной и голубой, цвета национального флага Монголии. Внизу герба изнутри виднеется зубчатое колесо шестерня, символ рабочего класса. Колосья пшеницы – символ крестьянства. Внизу на ленте надпись «БНМАУ», что переводится как «Монгольская народная республика». Вверху монеты, где сходятся колосья, изображена пятиконечная звезда. Внутри звезды размещена национальная эмблема Монголии – «Сойомбо». Это композиция в форме колонны, в которой в схематическом виде представлена идея происхождения и действий монгольского народа и государства. Верх колонны увенчан знаками огня, который в монгольском народе традиционно символизирует рассвет и возрождение, а также продолжение и расширение рода. Золотой цвет эмблемы – символ неизменности и постоянства, а в целом эмблема является национальным олицетворением свободы и независимости. Внутри венка изображен синий круг – символ неба. В круге изображен красивый конь. На нем сидит фигура, которая соединяет в себе национальную эмблему Сойомбо и ценного жеребца, который является символами независимости, суверенности и духа Монголии. Внизу от шестерни как бы исходят лучи восходящего солнца. Внизу монеты год чеканки 1981. Давайте перевернем монету на реверс. Ориентация у монеты медальная. А на реверсе у нас крупной цифрой 5 изображен номинал, ниже надпись «Мунгу», хотя пишется «Менга», но произносится «Мунгу». В нижней части монеты по окружности размещен растительный узор. Данная монета сделана из алюминия, диаметр 23 мм, гурт монеты гладкий, вес 1,7 грамма. Нумизматическая стоимость монеты регулярного чекана зависит от места покупки, составляет от 5 до 15 гривен или приблизительно от 14 до 42 рублей. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался на канал. Всем удачи, пока!